такой препарат, смешно называется. Сходила, просто посмотрела. Ой. Танзилгон. Вот, танзилгон. Очень хорошо помогает. Кстати, не так все плохо стало от него, кстати. Наоборот, лучше. Софи назначили бирдуалом дышать и полмикортом. Потому что она ночью задыхалась от кашля. И ты не мой пока, ты в трусах ходишь. Вот, так что продолжаем болеть. Мама, я хожу. Нету. Лера уже погуляла, а ты не ходишь гулять. Продолжаю я вечерами работать. Мы, в общем, дома никуда не ходим. Родители вечером ее смотрят. Сейчас надо будет кушать, готовить. Вот. Что еще? София, отойди, тут холодно. Что еще? Ну ничего. Вот так вот. Да, София? Пойдем, пойдем, пойдем. Так что так и живем. Ну, опять играть. Дай Марсика покажу. Марсик. Как он спит сладко. Он такой, мама, он такой большой. Ну, опять в трусах. Большой. Красавчик. Мама, он такой маленький. Кукучек. Вот. Так что вот так вот. Сзади я. Так что вот так вот болеем. Лечимся, да? И все. И постоянно просят играть. Дурдом какой-то. Я не знаю, когда эти болячки закончатся. Нет, Соф, я пойду картошку почищу. Ладно, чуть попозже. Пошла я. Давай сейчас картошку поставлю вариться и будем играть. Слушайте, вот построила этот дом, да? То ли на радость, то ли себе на зло. Что надо постоянно играть. Она не играет без меня. Да, София? Тебе нравится играть дом, да? Ну ладно. Ладно, пока отключусь. Все равно еще дискомфортно так в горле. Вот. Что это у тебя попалось? Змея. Змея. Ящерица. Ладно, пока отключусь. Пошла дальше дело делать. Ой. Что? Нет, это таблетка, Илач. Натрий хлорид. Ты что, София? Вот как этому ребенку делать процедуру? София. Все, хватит. Только не пей ее. Ну, все много этого натрия хватит, да ладно. А там ничего нету, можешь взять поиграть. Бирадуал. София, ты кем? Медиком растешь? То разукрашивает, то ей нравится с таблеточками тут играть. Эту нельзя брать. Нет. Нет. София. То Барби постоянно переодевает. То из нее растет. Интересно. Мам, так что лечимся. Ой, так светло. Я иду на работу. В общем, сколько сейчас? Почти 5. Просто оптика работает до 7. И вот 2 часа как раз у меня есть. Слушайте, вот хотела спросить, кто заказывал на Алиэкспресс. Вам отменяли заказ или нет? Мне просто отменили заказ, вернули деньги. Но это, скорее всего, с вирусом, который пришел, который завезли в Китай. Конечно, это вообще горе большое. Соболезную вообще просто людям. И то очень много людей умерло. Вообще прям это так все неприятно. Ой, надо молиться за Китай, чтобы вирус уже ушел оттуда, чтобы люди уже выздоравливали вообще. Я, конечно, так расстроилась. Вот расскажите мне насчет Алиэкспресс. Я вот вчера перепробовала, перезаказала. Не знаю, придет, не придет. А так через наши всякие российские сайты вся же вот эта вот атрибутика для дня рождения очень дорогая. Если там, там по 100 рублей, там, не знаю, по 70, то в наших, на наших сайтах, не знаю. Или, может, вы знаете, наши русские сайты, чтобы по России доставляли. Я так посмотрела, просто зашла, и цены такие, и как-то, и выбор не очень. У нас сегодня мороз, вот.
Так что расскажите, кто заказал на Алиэкспрессе, отказывали вам и в этот раз, ну вообще в этом году уже или нет. Ладно, пошла я на работу. Холодно, холодно. Все, потом уже, не знаю, закончу влог. Когда, не знаю, уже. Не знаю, что снимать, потому что работа, дом. И все, мы с Софкой играем, готовлю. Даже не знаю, что снимать. Вот решила спросить про Алиэкспресс. И все. Ну ладно, у меня уже рука отмерзает. У нас сегодня минус 12. Так что не болейте, берегите себя. Ой, да. Ладно. Всех вам благ, пошла я. Я мешала. Да, что ты делаешь, София? Делаю вот такой. Вот я еще тогда покупала в фикс-прайсе. Вот делать мороженое. Тут всякие формочки есть. И вот она. О, она сидит тут в трусах. Опять. Покажи. Получилось, нет? Ну ничего, вот мы с ней тут вот такие делаем. Шедевры. Красота. Да, Софийка? А какую сделать синюю? Может, курасанчик тут? Плейдо такая стоит. Ну, конечно, она по качеству не будет. Ну, где-то 1300 вроде такая вот стоит. В детском мире. Ну, то, что вот мы тут для Барби сейчас вкусняшек наготовим, да, Софка? Она придумывает. София, как у тебя дела-то? Ты уже выздоровела? Не болеешь? Соф? Не так? Болею. Не болеешь, да? Ну ладно. Что будешь делать? А? Шоколадом будем сахаром. Я еще вторая нашлась. А, нашлась? Вторая. Это вторую. Второй нет. А вон вторая. А, ура, нашлись, да? Ладно, будем делать курасанчики с ней. Все еще кашляем. Так что, не знаю, во вторник. Надо записаться на прием, она сказала. Во вторник записаться. Вот, так что, не знаю. На следующей неделе, может, будет повеселее влоги. Не знаю. Ну, такие пока у нас влоги. Болеем, ничего не поделать. Да, Зове. Что же делаешь? Так, где тут курасан был? Курасан, курасан. Я даже не вижу. А вот он. Тут, конечно, его делать. Не очень удобно, если честно. Ну что мы ходили за 199 рублей? Ты кушаешь? Это эти мишки, да? Конфетки с этого. С магнита она ест. Это мишки. Это куала. Совет, смотри, какой синий курасан получился. Синий. Красивый? Что тут химичишь? Что-то химичит, химичит. Понятно все. Ладно, будем делать дальше. Может, уберем это?